Всем привет, у нас сегодня СПА, может быть даже ЭСПА, может быть какая разница, ведь группа все равно хорошая. Life My Life, композиция называется, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, жмите колокольчики. И мы с вами начинаем. Сам перекресток чуть-чуть напомнил одну сцену исходящих мертвецов, а еще такой немножко зеленый фильтр кинематографический есть. А вот буксировать машину, толкать в одиночку, в которой есть еще пассажиры, пускай на капоте и вещи, это напоминает ту сцену из Чебурашки, крокодил Гена, где они по рельсам идут. Гена надрывается от чемоданов и говорит, что-то там тяжело. А Чебурашка говорит, а давай я понесу чемодан, а ты меня вместе с ними. Ну, то есть я буду нести чемодан, а ты только нести меня. Вот примерно это. Но вернемся от моих воспоминаний о прекрасных мультиках к реальности СПА. Ай, давно, коти чекан, крунсаго банщик сей, сочекан, мама, нори соки чинма. Опять же, гитарки, но интересный какой-то баланс частот, то получается здесь, как бы если взять округлость, разделить ее на пару частей, это вот верхний порог этой округлости, он почему-то здесь подчеркнутый, то есть даже как это вам по-другому описать. В общем, сами слышите, что звук как будто вот такой немножко глухой, но при этом все слышно, но как будто вот чуть-чуть утрировали то, что бубнит, и чуть-чуть прибрали то, что должно давать яркости и читаемости. Но это, скорее всего, только в куплете. Сейчас припев. Ну что ж, девушки решили немножко в поп-рок, в поп-панк, и это прекрасно. А еще, да, я угадал, в припеве как раз-то все наоборот. Вся округлость ушла, и вокал стал достаточно звонким, местами даже таким слегка назальным по частотам пробивало, но, тем не менее, очень читаемым и прям ярким, опять же. Как и должен звучать в большинстве случаев припев. И опять же, это можно было бы использовать в каких-нибудь фильмах, а-ля там комедии молодежные или что-то подобное. И опять же, классика, более спокойные куплеты, более яркие припевы. Может быть, туда же еще соло будет. Но это, конечно, только мои надежды, как фанаты рок-музыки. И не только ее, вот про рок-музыку подумал, сразу закашлялся. Давайте к песне. Очень мне нравится звук барабанной установки, особенно в припеве, там прям так хорошо комната звучит. Приятные тарелки, которые не ядовитые, а прям такие хрустящие, шипящие, но не свистящие, самое главное. Насколько я помню, по большей части, все свистящее и пердящее железо — это дешевое. Ну, естественно, такое не используется, только если не художественная задумка. А хорошие тарелочки, которые вот так вот именно ш-ш, они с-с делают, стоят, конечно, достаточно много. Возможно, даже вручную ковали. Опять же, отвлекся на какие-то элементы микса, но что поделать, там же подписано наверху, что звукорежиссер смотрит, ну чего вы ожидали?
что я буду тут орать и говорить: «О боже мой, я такого никогда не видел, как это здорово!» Возможно, но в другой раз. Ну что ж, Live My Life достаточно хорош. Мне понравилось. Опять же, навеял воспоминания про комедии. Я всегда вспоминаю, когда вот такую музыку слышу, всякие американские пироги, евротуры и прочее. Ну, что-то там есть. И опять же, такое звучание немножко американское, и я говорю это не в негативном ключе, потому что, ну, законодатель моды в музыкальной индустрии остается неизменным. Вот, но... Об этом как-нибудь в другой раз, а сегодня хочется сказать, что песня отлетает в плейлист, естественно, MP нижнее подчеркивание на Spotify, постоянно его дополняю благодаря подобным видео, ну и что еще сказать, ссылки чуть позже, а пока что бустеры, спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищеса, друзья, друзья, YouTube, спонсоры, донатеры, благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока правильно, тепловая смерть вселенной не разлучит нас, все еще не придумал ничего нового, но... Может быть, вы приедете креатив, кто знает. Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там, в том числе возможность поддержать эти каналы и ведущего этих всех каналов, которые говорите сейчас о себе в третьем лице, но по-прежнему трехмерность сохраняется, потому что кто-то подписывается и донатит. Спасибо вам еще раз за это. Если не хотите, как хотите. Выпущу потом курс, как похудеть, снимая контент на YouTube. Но это все шутки, или нет? Далее, МП Ивьёвский и поп-новости, МП Entertainment музыка, телеграм-канал Хаплокация, по-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч, пока.